И снова в нашем выпуске бывший полицейский. Смотрите внимательно этот сюжет. Вы далеко пошли. Вы куда уходите? Я вас попросил. Да стойте, мне что, наручники достать? Я вас нормально прошу. Я сейчас наручники. Вы не выполняете сейчас законные требования сотрудника полиции. Я спрашиваю сейчас еще раз. Не трогайте. И будем применять физическую силу. Мы просто интересуемся. Свою шарманочку прикрепите. Дорогие друзья, у меня к вам огромная просьба досмотреть этот сюжет до конца. Это очень важно. Я обращаюсь к каждому из вас, кто посмотрит этот сюжет. Не забудь в конце видео подписаться на нас, если ты не подписан, поставить палец вверх, написать комментарий, желательно, чтобы он состоял не из одного предложения, а нескольких. Чем больше ты напишешь комментариев, тем лучше будет продвигать YouTube наше видео. Я вас всех приветствую, ребята. Я так понимаю, вы все знаете, зачем вы все собрались. Нет, вы знаете. Не все. Не все знают. В общем, мероприятие по выявлению пьяных водителей. Кто за вот эту движуху, кто против пьянства за рулем? Все. Все. Все против. Уходи. Невского 38Е. Ну зачем ты это сделал? Он готов. Женщина была за рулем, женщина ушла с детьми. Добрый вечер вам, блядь. Нет, можно наши посмотреть. Водить посредством регистрации будет засада. Достань пароль. Документы в машине или у вас с собой? Ну достань вас с собой. Убегать точно не стоит. Не получится. Ну что, управляйте автомобилем, скажите, как-то не надо сделать. Там видите, как мы такое сделали. Поэтому убирать уже не стоит. Да, не надо убирать уже. Лучше скучно, чтобы себе сделать. Че, он назад сдавал, да? Да, назад сдавал, да. Доставайте документы ваши. Водительский свист регистрации. Вы далеко пошли? Вы куда уходите? Я вас попросил. Подождите, куда? Документы. Давай. Ну я вижу за вами. Не надо. Вас попросили, надо мне документы доставить. Не трогайте, я вас прошу. Документы. Выполнить требования сотрудника. Я уже в общем лет отстаю. Поэтому просим, пока нормально. Пройдите, пошли машины, присядьте, достаньте документы. Ключи из машины заберите сам, главное, а то сейчас вдруг поедет или еще что-нибудь. Документы у вас где? Да? Достаньте. 38Е. Можно, пожалуйста, экипаж еще один призвать. 52, 58Е. Слушай, машина. Хорошая. Я вас прошу.
дайте, мы же пойдем. Ну куда пойдем? Не надо никуда ходить, я спрашиваю, дайте мне документы. У вас есть с собой документы? Ну достаньте. Предоставьте, инспектор, вы куда уходите? Да стойте, мне что, наручники достать, я вас нормально прошу. Я сейчас наручники. Вы не выполняете сейчас законные требования сотрудника полиции. Я спрашиваю сейчас еще раз. Не трогайте. И будем применять физическую силу. Не трогайте. И спецсредства. Я вас прошу, последний раз по-человечески достаньте документы на транспортное заявление. Водитель удостоверение. Не нужно. Вызывайте. Вызывайте адвоката, вам никто не запрещает. Вызывайте, вы мне документы достаньте, пожалуйста. Достаньте. Звоните здесь, не надо никуда уходить. Уходить не надо никуда, уезжать, уходить. Стойте. Документы у вас есть? Да. Иначе достаньте. Просто, если нет документов, в отдел будет доставлен для установления личности. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Нет, вы документы мне доставили. Ну, присаживайтесь. Вас на видео снято, что вы сделали? Там не отснят. Здрасте. Какая? Забор покрасьте. Да? Да. Артист, блядь. Что такое? Что такое? Ладно, все, хватит. Вас что-то не устраивает? А вас что-то устраивает? Нас все устраивает, в принципе. А меня ничего не устраивает. Почему? Соболезную. Не допил еще. Не допили? Да. Вы здесь не отдали. Ясно. Вы группа поддержки, наверное, да? Группа задержки. Группа задержки? Ну, ясно. А это вот группа задержки, вот что молодой человек говорит. Задержки или поддержки? Да, нет, задержки. Задержки. Дела, когда задерживаются месячно. Я сначала не въехал, просто что задержки. Я еще просто не знаю, задержки. Да, да, да. Девочек там. Девочек, да, у целочек. Ну да. Явно, да. Да ладно, друг друга, не надо, что это, спокойно. Не провоцируйте друг друга, все нормально будет. У нас так все нормально. Прекрасно. А я так понимаю, вы, наверное, знакомы с водителями автомобиля «Форд»? Нет, знакомы. Мы бывшим гражданин даже, да? Да. Как всегда, стандартно. Да все, желаю. А то у нас вот позапрошлые выходные мы двое бывших сотрудников. Вот я честно говорю, куда ни плюнь, то бывший сотрудник. Это никакой не бывший, не нынешний. Ничего он не сообщал, в общем. Я так понял, что не сообщал. Ну, ощущение, что он какой-то сотрудник, вот, честно говоря. Есть у него что-то такое. Ну, может, не конкретно вот в ВВД, но вот что-то в нем есть такое. Как-то тип, он ведет себя вот. Тип пожарки, кто какой-то. Чуйка, знаете, нет. Такое. По-другому, да? Не, ну говорит. Это руководство. Ну, чтоб себя никак не выдавать. Он же может на общих основаниях, чтобы никто не знал. Посмотрим. Я считаю, что вот устроили какую-то дерзкую пресс-конференцию с человеком, который просто проходит мимо и курит сигарет. Ладно. Это ты правильно заметил вообще. Ладно, давай заканчиваем пресс-конференцию. Ты прав. Дерзкий. Ты прав. Здесь ты прав. Здрасте. Вечер в хату, да? Оп. Привет с тобой, давно не видел. Вон, видишь, у нас как мы совершенствуем контент. GoPro, все дела. А документы вы забрали? Да нет, нет еще документов. Он пока ждет адвоката, видимо. Он поехал вперед, мы перекрыли. Он сдает, начинает сдавать назад, чтобы ехать, а там наша машина. Ну там чуть-чуть. Здравствуйте. 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 Здравствуйте.
Здравствуйте. Сколько колец, сколько один. Видите, как он ест, Вадим. Дома такой, Вадим, вот, не признается. Не признается. Никак вообще. Говорит, я не я. Документы не мои. Не хочет ничего показывать. Вадим, его надо вести. Я волнуюсь и очень переживаю за то, что моего мужа подставили. Подставили? Да. Вы уверены в этом? Понятно. Да. Ваш муж не управлял транспортным средством. О, у вас тоже. Я заметила, вы тоже в состоянии алкогольного опьянения. Да. Да, у вас тоже. А как ваш муж зовут? Пройдем вместе экспертизу. Ну, мне кажется, у вас даже больше. А как вашего мужа зовут, если не секрет? Какая вам разница? Мы просто интересуемся. Вы можете вот эту вот свою шарманочку прикрыть? Нет. Нет? Ну ладно. Кто за рулем-то был? Я. За машину. Кто за рулем был? Вот за черным. Вон машина сидит. Может, не он? Да может, не он. У нас это вообще не было. Может, он, а может, не он. Так, вы приглашены в качестве понятых. У нас есть гражданин Селютин Денис Валерьевич. 08.10.86 года рождения, видите? Да, да. Управлял он тем транспортным средством марки Ford Explorer, видите, да, черный? Да. Госномер Ольга 060, Харитон Сергей 36, видите, видели, да? Так, Денис Валерьевич, послушайте меня, пожалуйста. Ну, на меня посмотрите. Так, в присутствии понятых предлагаю вам пройти освидетельствовать на состояние алкогольного опьянения на месте. Согласны? Согласны, слышали, да? Да. Трубочку будете дуть? Ну, давайте продувать. Смотрите, вот, чистый мундштук, видите, да, запечатанный. Да, да. Может, сами распечатать, возьмите. Ну, смотрите, сюда, дуть-то куда, ну, туда, смотрите. Распечатать. Давайте вставим. Проверка воздуха. Алкоголь не обнаружен, видите, да? Да, конечно. Продувайте, Денис Валерьевич. Да вот, вот, с моих рук продувайте. Продувайте. Сильно, да вот. В себя не надо дуть, вы дуйте от себя. В прибор дуйте. Дуйте в прибор. Видите, что в себя дует? Да. Видите? Да, да. Смотрите. Еще раз спрашиваю. Будете еще раз продувать в прибор? Продувайте. Повтор. В прибор, не в себя. Продувайте. Так, не, так вы не продуете. Понимаете, сейчас будет отказ. Нет, вы дуете нормально, когда шкала идет. Ладно, везите его, куда он хочет. Че вы это? Да он никуда не хочет, он думать нормально не может. Куда он не хочет? Может, вы куда? В больницу хотите? Делать понятые. Нет, ну вдуйте нормально. Тогда. Так не продувайте, так сейчас отказ будет, и все. Видите, что не дует? Не дует. А что вы к нему пристали? Ну не дует, значит, это отказ будет. Че, ну, куда? Отказ, ну ничего страшного, отказ, значит. Точно не будете дуть? Ну везите его там, ну, куда, значит, на свидетельство. Будет на месте, не будете, поедем на место свидетельства. Поедете, да. Все, на метод свидетельство, значит, едет. Я дуй. Вы дуйте нормально. Но в себя не надо дуть. Вы дуйте. Сказать, вот себе. Не ты, откуда сигнал, взялись у вас? 4-5 вопрос. Секунд, продуй. Да тут были, откуда они взялись? Ну откуда появились? Тут они были. Где тут? Тут, где и вы. Ну, почему вы именно их выбрали? Я тоже хочу быть понятым. Потому что они машины были. Под себя. Видите, что не дует? Да. Значит, тогда едем в больницу. На месте. Я думаю, что он дует. Сильно дует. Я думаю, что понятые вот стоят и думают, что не дует. А тут понятые. Называется, симулирует. Да. Тогда продвигаемся в больницу. Убираемся. Коррупция везде. Понятые какие-то. Все, откажем. Да, кажется, ну, может, еще раз попробовать, да? Вот давайте третий давай, раз. Крайний раз давай. Попробуй все-таки еще раз. Еще раз будет нормально дуть, пока шкала не пойдет. Шкала не идет. Шкала не идет. Неисправен инструмент. Другой давай. Ну, значит, в больницу поедем, там исправлен. Все инструменты у нас.
Отказ. Не, смотрите, вам неплохо. Плохо. Может, скорую вызвать? Да мы сейчас в больницу поедем. Да мы сейчас сюда скорую вызовем. А вызовите скорую, человек. Тебе плохо, Денис Валерьевич? Да. Сейчас в медицинское учреждение отвезут и там конечно, окажут первую помощь. Так, как раз плохо, на медицинском освидетельствовании. Согласен, согласен. Медицинское свидетельство, согласен? Медицинское свидетельство на состояние алкогольного опьянения, на состояние просто опьянения, согласен пройти? Нет, не согласен. Не понимаете, о чем говорить? Ну, это о том, чтобы направиться в медицинское учреждение для прохождения медицинского свидетельства на состояние опьянения. Слышали, да? Да. Не понимает, о чем говорить, значит, будет направлено на медицинское свидетельство. Все, едем в больницу. Нет, давайте скорую сюда вызовем, он не может ехать, ему плохо. А он ему не надо ехать, ну, сами. Так он сейчас, подожди, он сейчас отказывается. А? Он отказывается от медицинского свидетельства. Почему? Он сейчас не понимает, о чем говорит. Так он будет заблуждение. Чтобы его направить туда, он должен на направление подписать. Ну, он, вроде, не понимает, о чем говорит. Будет подписывать вопрос? Подписывать будете? Акт. Направление на медицинское свидетельство. Нет, сюда скорую вызывать, Денис Валерьевич. Ну, вот ему плохо вызывать скорую. Значит, мы направляемся на медицинское свидетельство. Расписываться не будет, расписываться. Ну, уже не будет расписываться, туда и не поедем. Не будет, по ней тогда возьмем. 12 ваших. Если он откажется в материалах расписанного медицинского свидетельства, это отказ. Я знаю. Да. Ну, мы же до этого не дошли. Да он не напишет, он расписан не будет. В больницу отвезем, там выйдут так, не будет дуть, проходить не будет, выйдут так, отказ от меда свидетельства там. Да, да. Ну, да, да, да. И тогда уже можно. Там точно так же будет. Там он даже баночку писан. Просто вижу, как тут. Мы... Интересно очень все. Мы на стороне закона, так скажем. И я с вами тоже на стороне вот, закона. Вот, значит, мы заодно. Совершенно верно. Вот. Не, виновный должен, конечно, нести. Все верно. А то понятых каких-то пригласили непонятных. Они все время это, одни и те же здесь крутились. Я увидел это. А почему вы не выступили в качестве понятого? А мне не предложили даже. Я вот увидел, удивился, думаю, что это мне не предлагают понятых. Могли бы попросить исполнить гражданский долг? Ну, в суде готов выступить. Не, ну сейчас-то уже, как говорится, поздно. Ну, поздно, наверное, но мне не предлагали. Понял. В следующий раз, если будет такая ситуация, мы можем к вам обратиться? Конечно, конечно. А вам не знаком этот молодой человек? Нет. Вы его просто по имени назвали. А вы называли кто-то, вот, гаишники, сотрудники ДПС? Мы ни разу не называли, мы вот знаки знаем. И я тоже. Нам же, в принципе, все равно, кем является человек. Главное, чтобы он пьяным не ездил. Нам все равно, кем является человек, какое у него имя. Главное, чтобы он пьяным не ездил. Я тоже. Я презираю пьяных водителей. Вот в этом плане мы с вами солидарны. Пройти медицинское свидетельство на состояние опьянения согласны? А? Подписывать будет, что согласен? Подписывать будете? Вы подписывать будете? Слышали? Пройти согласен. Подписывать будете? Я последний раз он спрашивал. Будете подписывать материал? Подписывать направление на медицинское направление будете подписывать? Тогда подпишите, что согласен. Тогда, что согласен. Там просто подписать надо, тогда нужно будет вам ехать. Это такая вот административная процедура. Да, это процедура административная. Вы обязаны подписать. Если вы согласны. Свидетель на согласие. Вы так вы пишете, смотрите. Если согласен, значит слово согласен, согласен, потом подпись. Да. Если отказываетесь, значит отказывайтесь. Подпись. Держите. Чтобы ваши права держите, были соблюдены ручку. И все было хорошо. Медицинское свидетельство не будет. Ну что, вот вам ручка. Знаете, пишите слово согласен четко. Вот, согласен. И вот тут подпись ставит. Нет, вот, я же вам показываю. Нет, согласен. Я гражданин говорю, стрелять его надо. Это не слово согласен. Пишите нормально, по одному. Что вам писать? Подпись ставь. Ставь. Слышали, да, пройти медицинское свидетельство? Значит, сейчас направляемся в медицинское учреждение. Понятно. С тобой нормально разговаривать, не надо угрожать. Понятно. Понятно. А то сейчас плохо. Понятно, руки убрал отсюда. Дома так будете разговаривать. Вообще понятно? Не я не знаю, что он со мной так разговаривает. Я его нормально по-человечески попросил. Просто кто-то не понимает. Пойдем, проходите. Сидите. Пойдемте, блядь. Пойдемте. Пойдемте. Проходите ко мне. Пошли. Пойдемте. Пошли. Подходите. Там будет проходить. Пойдемте. Я сказал, что наручники одену. Сопротивление. Понятно? Будет стыдно, наверное, бывшему. Не будет? Вот мне уже стыдно. И
без проблем. Сейчас совет родится, не сейчас совет никак не будет. Ты честно, ты не понятно, сходил, короче, отказался. Я нигде не буду, ничего не буду, да, всю кровь попил. Да, он отказался, подписывать ничего не буду, дуть не буду, ничего не буду. Что и следовало ожидать. А сегодня совместным рейдом с автомобильным сообществом Drive36 Воронеж было проведено мероприятие по выявлению пьяных водителей. Хотим выразить огромную благодарность за поддержку и участие это автомобильное сообщество. Вы молодцы, ребята. Сегодня общими усилиями был выявлен пьяный водитель, который управлял вот этим транспортным средством Ford Explorer. В общем, водителя поймали с признаками опьянения здесь во дворе. Перегородили ему путь с одной стороны и с другой стороны. В результате чего он попытался сдать назад и совершил столкновение с одним из транспортных средств с нашей стороны. Было оформлено, значит, ТТП, в котором виновником был признан этот водитель. Также он был оформлен по 12.26, часть 1 Кодекса административных правонарушений. Это отказ от медицинского освидетельствования. На месте он также просимулировал, значит, продувку. В общем, как оказалось, это бывший сотрудник полиции. Почему-то по роковому стечению обстоятельств в последнее время мы ловим бывших сотрудников полиции, которые имеют признаки опьянения, либо они пьяны. Я обращаю на это внимание. Это никакие не заказы. Просто это такая тенденция. Очень плохая.